И последнее. Оказывается, в Клязьме можно поймать не только мелкую рыбешку. На днях в интернете появился ролик, набравший уже не 1000 просмотров. Если верить его названию, все происходит во Владимирской области, на Клязьме. Местные рыбаки поймали огромную рыбину, больше полуметра длиной. Ее с трудом вытаскивают из лунки. Приходится быстрее подрубать лед, чтобы рыба не соскользнула обратно в воду. Эмоции очевидцев зашкаливают до такой степени, что все видео сопровождают сплошные полуцензурные междометия, выражающие крайнее удивление. Я такого не видел. Здорово.